уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды Первого банка мониторинга fairmonitor.com. На этот раз мы решили поближе познакомить вас с одним из новичков раздела «Эксклюзив листинг» нашего хайп-монитора, который разместился там несколько дней назад. Фонд BitsHower, со слов его администрации, является официально зарегистрированной в Великобритании компанией, которая занимается инвестированием в криптовалюты. Профессионалы проекта разработали и внедрили собственную стратегию действий в данном направлении, которая дает им возможность обеспечивать всех своих инвесторов постоянной прибылью. Сайт проекта выглядит достаточно красочно и грамотно наполнен информацией. Однако подобный дизайн уже был замечен в нескольких других фондах. Также стоит знать, что интернет-портал BitsHower работает на лицензионном скрипте и оснащен SSL-сертификатом шифрования данных от компании Komodo. Что же до инвестиционного предложения фонда, то оно имеет три тарифных плана, которые характеризуются бессрочным типом работы вклада и почасовыми начислениями. Инвестируя в BitsHower, можно рассчитывать на 0,2% прибыли в час при депозите от $25, на 0,33% для вкладов от 2501 USD и на 0,45 ежечасной прибыли могут претендовать те пользователи, кто внесет в проект от 5001 доллара США. Что же до платежных систем и метода вывода, то отметим здесь наличие инстант-выплат и поддержку основных агрегаторов платежей. Это Perfect Money, Pair, Bitcoin и Advanced Cash. Партнерская программа BitsHower ничем не выделяется среди большинства хайп-проектов нашего времени. В данном случае нам предлагают одноуровневую партнерку с доходностью в 5% от депозита рефералов. Личный кабинет инвестора достаточно прост, но имеет некоторые недоработки. В том числе нет раздельного баланса по платежным системам и списка рефералов, что немного затрудняет работу. На главной странице ЛК мы имеем блок для создания депозитов, общую финансовую сводку вашей учетной записи и ссылку для приглашения партнеров, а в разделах меню, что находится выше, можно установить настройки своего аккаунта, создать депозит, заказать выплату, посмотреть список своих вкладов, ознакомиться с историей движения средств по вашему счету, ну и получить небольшую аналитику по рефералам. Поддержкой пользователей администрация BitsHower нас тоже не балует. Всего мы имеем три метода – система тикетов, адрес электронной почты и номер телефона горячей линии. Как вы понимаете, наиболее реальны и доступны только первые два варианта, а следовательно живого общения со службой Support нет. На этом вот, дорогие друзья, мы и закончим наш небольшой сюжет о фонде BitsHower. Напоминаем, что все партнеры Первого банка мониторинга fairmonitor.com всегда получают максимальные рефбеки по вкладам в проекты, что размещены на нашем портале. Профита и отличного настроения, дорогие друзья! Уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды Первого банка мониторинга fairmonitor.com. На этот раз мы решили поближе познакомить вас с одним из новичков раздела «Эксклюзив листинг» нашего хайп-монитора, который разместился там несколько дней назад. Фонд BitsHower, со слов его администрации, является официально зарегистрированной в Великобритании компанией, которая занимается инвестированием в криптовалюты. Профессионалы проекта разработали и внедрили собственную стратегию действий в данном направлении, которая дает им возможность обеспечивать всех своих инвесторов постоянной прибылью. Сайт проекта выглядит достаточно красочно и грамотно наполнен информацией. Однако подобный дизайн уже был замечен в нескольких других фондах. Также стоит знать, что интернет-портал BitsHower работает на лицензионном скрипте и оснащен SSL-сертификатом шифрования данных от компании Komodo. Что же до инвестиционного предложения фонда, то оно имеет три тарифных плана, которые характеризуются бессрочным типом работы вклада и почасовыми начислениями. Инвестируя в BitsHower, можно рассчитывать на 0,2% прибыли в час при депозите от $25, на 0,33% для вкладов от 2501 USD и на 0,45 ежечасной прибыли могут претендовать те пользователи, кто внесет в проект от 5001 доллара США. Что же до платежных систем и метода вывода, то отметим здесь наличие инстант-выплат и поддержку основных агрегаторов платежей. Это Perfect Money, Pair, Bitcoin и Advanced Cash. Партнерская программа BitsHower ничем не выделяется среди большинства хайп-проектов нашего времени. В данном случае нам предлагают одноуровневую партнерку с доходностью в 5% от депозита рефералов.
Личный кабинет инвестора достаточно прост, но имеет некоторые недоработки. В том числе нет раздельного баланса по платежным системам и списка рефералов, что немного затрудняет работу. На главной странице ЛК мы имеем блок для создания депозитов, общую финансовую сводку вашей учетной записи и ссылку для приглашения партнеров, а в разделах меню, что находится выше, можно установить настройки своего аккаунта, создать депозит, заказать выплату, посмотреть список своих вкладов, ознакомиться с историей движения средств по вашему счету, ну и получить небольшую аналитику по рефералам. Поддержкой пользователей администрация BitsHower нас тоже не балует. Всего мы имеем три метода – система тикетов, адрес электронной почты и номер телефона горячей линии. Как вы понимаете, наиболее реальны и доступны только первые два варианта, а следовательно живого общения со службой Support нет. На этом вот, дорогие друзья, мы и закончим наш небольшой сюжет о фонде BitsHower. Напоминаем, что все партнеры первого банка мониторинга fairmonitor.com всегда получают максимальные рефбеки по вкладам в проекты, что размещены на нашем портале. Профита и отличного настроения, дорогие друзья!